Астес авем ун скоп корень внешний питоц дурен садяским бача вансары девариши ашак умер глух рулей ну май пать континуа студии супервария абукат да антерпренор студии супервария экономист профессия ангажат во функции де менеджер вазарят вот помашили вансары стать меня антерпренор администратор компании Калимпош, такой Владимир Челезиазов, материалы не конструкции. И он чекает абукату, да, мы спускаем? Да, да, да. Журист-антрепренор. Магистратура журист. Я сухой бюджет, шоколадный, это условия контракта, 3 года работать на государство. Либо я себя найду, либо они меня. Понятно. Куда-нибудь направят. Студия супервария, журист-антрепренор, фотограф. Дезултат туризма Рурал. Конок, Петра Галина. Если обачили приватном цели, да? Они не мои. Сегодня у каждого человека из вас есть люди, с которыми 100%, если даже они не полностью убеждены, то вы их точно можете убедить. Не надо покорять количество. Кто-то из вас в течение 2 недель может предоставить список 12 человек, только кто-то 9. Да, естественно, нужно начать со своего ближайшего окружения, своя улица, свой двор или свой дом, если мы говорим конкретно про Кишинев. Приму лук рукари требди факу, делу крат, ку, контакт, или кари лявец, и телефон лявец, и вяц. От суна твому... Примерно так. Нет, так а партия это именно так, потому что, вы поймите, наша проблема какая была. Вот у нас выезжали ребята с Кишинева, с Бельца, например, раздавали газеты в Санжире. Результат нулевой на парламентских. Почему? Потому что, когда усатый идет как физическое лицо, неважно, на примар или на президентский, там работает бренд одного единственного человека. Когда партийный список в парламент, и вот вы сейчас все, которые здесь присутствуете, представьте себе, одели майки, взяли газеты и идете раздавать в Санжире. Результат от вашей поездки будет нулевой не из-за того, что вы плохие, не из-за того, что вы не образованы. Нет, у вас все хорошо. Вас просто в Санжире никто не знает. Это то же самое, что мы с вами сейчас будем раздавать газеты в поддержку примара, кандидата на мэра города Винница. Где люди будут у нас брать газету, говорить ему цемес, кто-то будет резать селедку на ней, кто-то делать еще что-то. Но эффект влияния будет 0,1. Поэтому вы где-то правильно говорите, когда говорите про Oriflame, потому что люди доверяют тому, кого они знают. В своем подъезде, на своей улице, вы сможете двоих соседей или соседок в чем-то убедить. Но Юнус Антем антиевропей. Даргил Астас, Йон Кондомнат разбоен Украина, шмямик пуст публик полеря. Ну-ка, секрет, кьё сухот остащил, мой марик грешал, кен история статулы рус и кен ел. Ще еще факут. Шо плюс, вот вас можете сейчас пиар, разбой стадежает, пердут, Димон Скольчик. Кянский сейчас дом бомбят, думаешь, его перду держа. Медиатик, спачу пугадика, ну, после же субция кулу Виктории. Дары начала штим. И он спуск ему сандиаккорд ко мной сишим Дин Часаи, Дин СНГ. Это самый большой диатист. Сегодня СНГ это не Москва. Часаи, кумши где пришетители Казахстана, Улыка Путин, что-то, не что-то, ну и в Казахстан у нас реку наш, Херсон, Донецк, Луганск, что-то еще, они как... ЕЛГД сухорбе, ну ласпать или лы, валь сухорбя скала телевизора каз. А дика, акулу есть ли Азербайджан, Казахстан, унику алят, моя петерника федерация, Русия и Белоруссия, интересно. Шьярыш, но не оплакут, что факут батькала протестили, кутенили, шку пенсионари, лауки миля лечер, да. Ребят, инфраструктуры в сельском хозяйстве, как у них, и дорожная инфраструктура, не то, что в СНГ. Сегодня в Минске и в многих других городах дороги лучше, чем в Берлине, потому что я был и там, и там. Астас кошур дигуной в Белоруссии, шурбез дидзэщин спчани урмин, ну и к ере лё инсталат. Они как, ей нау диструс нишу антрепрендере, к я грикулы, к и комплекс дивиди. Я с нашими мари экспортатор день часы, где продуса лактатин кино. Они как, ел день пшединти ди колхоз, ди район кумера кава, о дивнит пшединти ди колхоз ланивел национал.
Шасты с конью годки Беларуси прима царе НЧСАЕ. Он диок там дезели. Здесь так и есть чел на бунхирург. Динел Ветя, когда вообще приняли операции и с кибаря иными. А пел и я кита, я души пишу майдяны в Беларуси, а сын ведется доктор в Беларуси. Они как кум поцану оплавал за аша реформе. Они как, ну куда ты, реформа еще цене, где санататила даже, даже примура инфраструктура. Ну, мы в Жапонии, я нам фос на Жапонии, нам возьмут видео, когда я фак друмы, что тут паста меже машина дела помпель, что вот тут друму свадьба так ну румыну не вапа, а дика акулу стукрязала миллиметры. На какой электорат направили? Потому что вот они, например, Шор, Датон, у них от 60, ну, зрелый, престарелый возраст, если так смотреть статистику, и у нас, люди... они за них, потому что там мы куда? На молодежь. А молодежь, чтобы их поднять, Сарангель. И чтобы они пошли голосовать, их тоже... Я пришел относительно молодым, мне было 33, когда начиналось. Сегодня уже 44, понимаете? Поэтому я понимаю, что даже я для молодежи, несмотря на то, что хожу еще в клубы там и так далее, хожу по городу. То есть молодежью будет заниматься молодежь. Вот есть группа да, ребят... Они хотели идти голосовать. Правильно. Поэтому я знаю... И их не смогу убедить ни я, ни вы, ни большинство присутствующих. Но есть прогрессивная молодежь, с ними я тоже начал разговаривать. Здесь тоже есть определенная ответственность. Надо убеждать так, чтобы потом тебе не пришли. Зачем? Ты куда? Как у нас сейчас многие за кем-то пошли и 300 раз плюются. Вы знаете, у нас на эту тему, в отличие от других политических партий, у нас наш капитал, у нас есть сегодня только мэры городов и сел. Мы не были в правительстве, мы не были в парламенте. И когда люди вам говорят, а чем вы отличаетесь от других, вы достаточно привести один пример. Вы знаете, у нас только местные сегодня чиновники в лице мэров. И как вы думаете, если все мэры, которых когда-то усатый предложил в 2015 году первый раз, почему почти все наши мэры выигрывают выборы в первом туре, набирают от 60 до 75%? Это значит, что люди показали уже не просто свою теорию. Первый раз ты можешь людям обещать. Если ты за 4 года ничего не сделал, можешь ты дальше им рассказывать все, что угодно. Если за 4 года ты показал работу, вот, пожалуйста, увидите сейчас у нас вот 8 городов, где у нас есть сегодня мэры. Я вас уверяю, что большая часть из них выиграет выборы в этом году в первом туре. Потому что они за 8 лет уже показали серьезный результат. И люди, неважно, приезжал Дадон туда, Майя Санду, Зинаида Гречанова. Люди уже, если человек их не подвел, зачем им что-то придумывать, выбирать кого-то нового, если этот на своем месте, понимаете? Поэтому, когда мы станем частью власти на национальном уровне, поверьте, у любой партии есть максимум год для того, чтобы показать, у тебя есть люди, у тебя могут быть результаты, или через полгода про тебя будут в Фейсбуке писать то, что пишут на сегодняшних, бывших и так далее. То есть все очень просто. Поэтому сегодня я и с вами начал разговор с кадрового резерва, потому что наступит момент, когда будем обсуждать списки муниципальный совет Кишинева. Мы должны посмотреть, найти хорошего кандидата на мэра города Кишинева. Или будут парламентские списки. У нас не будет ситуации, где я буду кого-то вам приводить за руку и сказать, вот список готов на муниципальный совет. Прошу вас для галочки проголосовать, за вас уже все решили, нет. Мы будем собираться, обсуждать, мы будем ругаться часто. Потому что только так это будет реально живая партия, а не как сегодня. У нас 30 лет, да, при Воронине не было Вайбера, но у нас 30 лет в группе Вайбере пишут СМС. Так, тезу, вот так, Саша, все понятно? Понятно. То есть у нас 80% депутатов по статистике ни разу не выступали на заседании парламента за 4 года за мандат. Вот что страшно, понимаете? Поэтому сегодня я очень честно говорю на встречах с людьми. Есть люди, которые очень хорошие специалисты. Ну, на камеру он не может выходить, говорить. Ну, но есть люди, которые пишут так и настолько качественную делают работу. То есть каждому в жизни свое, понимаете? Кому-то выступать, у кого-то может быть партизанская работа и так далее. То есть наша задача сегодня правильно выявить тех, кто готов открыто идти вперед. Те, кто сегодня готовы работать в офисе над проектами, скажем, я не могу, торной с этим в шапке журишь, вот подключай нас к
таким-то, таким-то продуктом. Вот тогда это живая партия, живой организм. Для вас лишь фосты на для, да? Да. Лодра. Шакома пифон латет, проблем не есть этим удобно. Туарти. Что спуни я кор? Ищешь. Что мы вас спуни его? И вариферит слава. Можете ли я кор? Идешь. Тот, если встреча, акума, Молдова. Да, да, требать и Молдова. Вени кари сенат? Да, да, да. Что спун? Не сот резет кипнозу латарь мулт. Лачи и кари ярау. Да и аса димулт инскрил. Пор симплу. Știți cum? A fost așa o blutniceavă că oamenii ei s-au trezit, credeți-vă, peste 2-3 luni. Ei nu s-au trezit, dar nu. Sper să... Eu doar și le explic la toți în diaspora. Și faptul că, apropo, mulți vor să discute și să vie la partid, ia că-ți văd Italia, să-ți fie a doua măsărătare, că în Anglia oricum a fost, eu m-am dus pe întâlnire de pace și au fost așa, adică repede organizat, știți, adică că mare o să fie în Italia, pe urmă Chicago, zbor. Faptul că oamenii vin, asta e clar că este o dezamăgire totală. Dar important altceva, că noi azi suntem unicul partid care are voturi pentru noi, banii băgau pe stânga, bani pe dreapta. Rezultatele la alegerile prezidențiale au arătat clar că noi avem susținători absolut diferiți. Că dacă am avut 17% în Moldova, 17% am avut în diaspora occidentală, 51% la Moscova, deci secțiile de vot în federal și 60% în Israel. Asta a fost surpriza alegerilor prezidențiale. În România am avut mai multe voturi ca atât candidații unioniști, ca Chirtoacă, Năstase, Țicu, adică oamenii, visul meu să-i unim pe tăți, nu contează care român, găgăuz, moldovan, rus, ucrainean, să-i unim într-o echipă. Doamna Natalia, da, ce-i ține economie, contabilitate, audit. Business. Da. Că eu mă putem așa mentorăm, da? Că este cacaia tot problemă, mă să organizăm, pentru că când atunci Gheorghe dau mie atât zădanie și pe-am pădumă la ce mi-am avut zainteresovat business și economistov, поэтому, как бы, у меня есть кое-какие наработки, идеи, мы просто с ними еще это не обсудили. И, в принципе, я хочу, чтобы эта группа была как бы самостоятельная. Я могу быть ментором, я хочу дать толчок для этой группы. А потом вы уже сами будете формировать себе повестку. Где-то я вас буду корректировать, где-то вы меня будете корректировать. То есть, своего рода, может быть, даже создадим такое альтернативное правительство. Будем да, это финальная цель, кстати, очень важно. Это финальная цель. Правильно. Будем рассматривать те предложения, которые сегодня выносятся парламентскими комиссиями для утверждения и так далее. Будем обсуждать те проблемы, которые есть сегодня у вас в вашей деятельности, в вашем бизнесе. И будем искать решение, пути решения данных проблем. Вот так вот, наверное, будет правильно. Думайте про людей, каждый про своих. Еще раз, не стесняйтесь. Не надо думать, о, даем номер 3, давал, сосед, бдзысь. Ну, уну аспорит с кайбун Энкишинел у Аленалт Орши район Денсары, а содержал он пас и у паса нынде. Ну, требует к минимум 10, минимум 5 шишем один пар. Ведь урмарис активитати ностр. Ведец, бай, ну, сдел корт, ку, ситуация кутали. Венеску пропуни. Есть предложение пойти. Дайте продукт сегодня, который, скажем, слушать, посмотрел сайт, это все, давай я вот сделаю вот это. То есть каждый пусть там, где может, подставьте плечо. Даже куда-то, пикари до косовезого идеи, посеблетайте, я звоню приказ, спряжениц, по идее, к луку буду только благодарен. Ладно.